Всем привет, с вами Гринайт, и сегодня мы начинаем вторую часть Horizon. Как там, Запретный Запад. Наконец-то она вышла на ПК, и можно поиграть спокойно. Так, настроечки, да? Обычные настроечки, да? Ограниченные, да, обойдетесь. Нет, не надо. Точнее. Нет, вообще, смотрите. Так, это пропустить. Да. Посмотрим, как они решили продолжить первую часть. Точнее, как они решили продолжить историю вообще. Так, что мы по звуку? Нормально? Всю жизнь, проведенную в погоне за знаниями, меня мучил вопрос. Как же возник наш мир? А чё со звуком? Почему эффекты? Эффекты громче, чем это. Что за бред? А, никак не пропустить, да? Так а я не слышу его, где? Что за бред? Самый прикол в том, что вы слушаете, что он говорит-то. Настройки такие, что ли, или чё, что за бред? Спасибо, музыку послушали, а разговоры нафиг, да? Гениально. В общем, не получилось ролик пересмотреть в нормально, потому что я не знаю, что было. Ну, видать, какой-то глюк, баг пока еще. Ладно, фиг с ними, я вроде понастраивал там уже, так что можно новый. Так. Ага. Так, давайте нормальный. План исследования сюжета и боев. Требовательно к мастерству игрока. Ладно, давайте возьмем, наверное, нормальный. Будем на середке. В ситуации изучайте окружающий мир. На экране отображают отметки и значки, помогающие вам сориентироваться в обстановке. Да, наверное, пускай будут подсказки. Угу. Хорошо. Хорошо. Обидно. Обидно, что уж, в начальном видеоролике вообще уже есть косяк. Да. Но если получится вставить его нормальный, то я его вставлю. Наконец-то загрузилось.
Ну, пока ничего нового, все по-старому. Все старые животины, так скажем. Так сказать, робо-животины. Я не успеваю, Элизабет. Земля гибнет. Люди страдают. Скоро начнется голод. Твоя система терраформирования пошла в разнос. И только я могу все исправить. Только во мне живы твои гены. Скоро мы достигнем критической точки. И тогда мы вымрем. Я много месяцев искала то, что мне нужно. Копию Гея, управляющего искусственного интеллекта. Но ни одна зацепка не привела меня к цели. Каждую ночь я вижу один и тот же сон. Я иду под сияющим звездным небом, по цветущему полю. И когда прихожу в самый его центр, я вижу тебя, Элизабет. Ты ждешь меня. Пусть ты погибла 1000 лет назад, но ты близка мне, как родная мать. И на мгновение я счастлива. Но ненадолго. Забавно. Я всегда остаюсь одна. Ты спасла этот мир для нас, Элизабет. И я не брошу его в беде. Моя последняя зацепка ведет в эту долину. Я должна найти копию Гея. И я сделаю для этого все. Обещаю. Варл? Да это же Элой, спасительница Меридиана, избранная Нора. Ты же знаешь, я ненавижу эти регалии. Ну, считай это наказанием за то, что сбежала в ночь победа над Аидом. Ты помнишь, что я выросла изгоем? Я не умею праздновать. Да. Но праздник был в твою честь. К слову. Что ж, какое у нас дело? Раз ты сбежала, значит важное. Нам надо лезть в руины? Или пытаться справиться с порчей? И то, и другое, но я... Я должна... Ну нет. Я долго тебя искал. Послушай, после всего, что ты сделала для Нора и моей семьи, я поклялся помогать тебе. И знаешь что? Я пойду за тобой. Мы теперь связаны. Ясно. Но если ты пойдешь со мной, ты должен видеть то же, что и я.
Визор? Я и не надеялся видеть, как ты. Потом дам еще один и покажу, как делать копию данных. Данных? Информации в устройстве. Нужно много объяснить. Сделаю это по дороге. И ты всегда вот так видишь? Да, с самого детства. Давай. Идем. Как будто там, не знаю, пару метров прыжок. Что ж, по пути сюда я заработала пару ссадин. Найдем лекарственных растений про запас. А, обучение. Это будет первый урок обращения с визором. Согласен. Давай начнем. Ой, а чё так резко? Так, управление. Так, наполовину 100% сразу. Не, может, на как-то. Вот так вот, да. Так, это оставляем. Оставляем так. Геймпад нам не надо, музыку. А, музыку на 50 уменьшил. Ладно, чуть прибачу. Тиховато. Пойдет. Это все. Так, оставляем, оставляем. Размытие убрать. Блики, ладно, пока оставим. Это все оставляем, это все. Скорость я убрал тоже, да. Пускай пока. Так, качество теней. Я сделаю средним. Да даже можно низким. Очень низким. Давайте, ладно, низким пускай будет. Включи 60 Гц NVIDIA Reflex. Да, наверное, отключим. Да, типа не знаю зачем. DLSS максимальная производительность. Применить. Да. Все, пошли. О, прекрасно. Растения здесь не такие, как в священной земле. Так, тихо. Очень что-то прям. Не, давай 50. И эффекты на 60, наверное. И лучше чуть в наушниках прибавлю. Горько. Ага. За они то, тихие прям. Лучше. Ладно, идем дальше. А где он? Можно собрать еще растений по пути. Да, хорошая мысль. Они прям какие-то тихие, вообще до ужаса. Ну ладно, первый день. Патчи будут, я думаю, потом все поправится. Может даже успеть поправиться до того, как выйдет ролик. И поэтому, может быть, первый вступительный перезапишется. Так, shift у нас бег. Хорошо. Собираем, бежим. Так, прыжки, вся фигня. Вон руины. Туда нам и надо. Ага. Ты хочешь спрыгнуть? Решила попалась? Так, быстрее. Надо. О, под водой что-то есть, нифига себе. А не помню, в первой части она плавала, нет? Что-то взять все. Так, пробел. Ой, не пробел, а это. Нашла что-нибудь там внизу? Да. Чуток припасов.
Так, хорошо. А что именно мы ищем? Копию. Искусственный интеллект. Коршуны. Собирают детали машин, как всегда. И след простыл. Они бросили корпус машины. Так, ну, исследуем. Так, C нырять, понял. Пробел всплывать, ну логично. Все логично. Забираем. А, да, она плавала, точно вспомнил. Я ж в воде прятался. Да-да-да, было. Было дело. А как сканировать? Ага, на... Ага, понял. Его прям вообще не видно, скан, как он идет. Вот. А, вот тут уже получше. В той машине куча стрел. Взгляну поближе. Ага. И? Ну, осмотреть машину. Машина подбита совсем недавно. Кому еще тут охотиться? Не знаю. Но стоит изготовить стрелы. Угу. Впереди может ждать опасность. Там древесник у ручья. А это мы знаем. Но отсюда ладно, до нее не достать. Надо изготовить стрелы. Ща. Все будет, ща все будет. О, машинка. Нифига. А, по-моему, пикапчиков таких не было. Так, это изготовить. Ага. Так, а как изготовить? А, правая кнопка. Зажал, И у меня стрелы готовы. Так, сначала смотрим. Течение сносит, нифига себе. О, это, кстати, прикольно сделали. Давай, собрал. Так, это я понял. Ну, надо достаточно-таки быстро в это... А течение это они прикольно придумали. Офигеть. Это ж надо физику течения воды сделать. Молодцы, ребята, очень стараются. Так, стрелы. А чё? А, может полные, потому что. И чё? А как? А мне не... А можно, типа, это, подсказку? У нее что-то, типа... Даш. В смысле? Успокойся. А, все, понял. Готово. Ты первая. Точно. А он, типа, крюка же что-то было вроде, да? Куда он делся? Моя богиня. Что здесь было раньше? Не знаю. В пакете данных, в этом сообщении, что я нашла, не уточнялось. Только что копия может быть здесь. Ой, какой прогрузон. Прям жесткий. Что было в Меридиане, когда я ушла? Когда все поняли, что тебя нет, начался переполох. Но потом кое-кто из нас понял, раз ты ушла, значит так надо. И вы были правы. Вон, смотри, опять порча. Ага, порча, понял. Порчу не трогать. Допустим. Так, это нам туда, а там что тогда? Там как будто дорога была. Может, там что-то приныкали? Ты в чё? Я думал, невидимая стена. Ага. Ну, типа да. Ладно, здесь прохода нет. Пошли дальше.
музончик такой тун 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 тун. Эх, так приятно снова побегать по всем вот этим зарослям. Ну да, как обычно, обучение стелсу. Давай в траву. Никогда таких не видел. Я тоже. И чё, кто это? Те машины были в состоянии тревоги. Как мы с ним справимся? Визор поможет. Перед тем, как напасть, стоит его просканировать. Ладно. Сейчас, сейчас. Так, видишь, некоторые детали светятся. Это слабые места. Ясно. Угу. Компоненты. Ага. Так, сконцентрируйся. Хорош. А, взять там все. Там еще один. Быстро в траву, в траву, в траву. Давай, давай, в стелс, в стелс, в стелс. Ага. Давай, отлично. Пойдет. Откуда визор все это знает? Он считывает данные с машин. Как охотник, изучающий добычу? Ага, вроде того. А когда кончился переполох, чем занялись остальные? Ну, как только закончилось празднование, моя мать повела Нора домой. Король Солнца отправил людей восстанавливать город, а я готова. Пошел искать тебя. Угу. Молодец, молодец. Так, наверное, еще стрел, да? Кто-то подстрелил ей эту машину. Да ладно. Ну, пострелили-то пострелили, ничего страшного. Ты говорила, что нашла визор еще ребенка. Угу. Да, он лежал в руинах, куда я случайно упала. А другие нашла недавно в старом тайнике. Иметь запас полезно. Ну да, кстати. Учитывая, что нам ломали визор. Мы идем в руины предтеч. Защити нас, богиня. Не переживай, Варл. О, срез. А зачем? Забавно. Приветствуем в пусковом комплексе дальнего зенита. Дальний зенит? Они менялись технологиями с новым рассветом, но откуда у них копия Геи? Пожалуйста, зарегистрируйтесь на экскурсию. Кажется, они приглашают нас подойти. Давай. А куда? Ага. Пройдите сканирование. Доступ закрыт. Пожалуйста, подождите сотрудников охраны, доктор Собек. Ага. Похоже, они не очень-то ладили с Элизабет. Что ж, надо попасть внутрь. Ну, пойдем? Пойдем. Пройдите сканирование. Обязательно. Доступ закрыт. Личность не опознана. Я этой штуке тоже не нравлюсь. Кажется, ну пошли. Его можно вскрыть. А где все ее снаряжение? Снаряжение скалолаза. Похоже, кто-то спрыгнул сюда. Может, его оставил тот, кто подстрелил машины, что мы нашли? И куда он делся? Ну, пошли искать его. Как... Фу, что это за вонь? Весь лагерь разрушен.
Наверное, они пришли сюда за трофеями. Кислота. Понятно, чем тут пахнет. И похоже, что-то большое упало сверху. И разнесло весь лагерь. А потом и стену. Надо осмотреть завалы в той расщелине. Так, маленький ящик собираем. И чего? Когда та штука ушла в пролом, все это обвалилось. Если вытащить часть обломков, можно будет протиснуться внутрь. Может, в лагере найдется что полезное? Элой, сюда. Кажется, я что-то нашел. Че нашел? Крюк. Похоже, это какое-то изобретение Азирам. Этот крюк может цепляться за что-то. А механизм его притягивает. Оно сломано, но может мы его починим? Зацепим за обломки? И притянем. Попробуем. А визор поможет найти в лагере детали для починки устройства. Визор обнаружил пару интересных вещей. Давай. Бедняга. Кислота прожгла его броню. Да, наверное, больно. Деталь машины пригодится для починки. Так, ага, он еще есть. Кабель машины прочнее веревки. Отлично. Кажется, я собрала все для ремонта инструмента. Угу. А может, даже для улучшения. Воспользуйся верстаком. Да. Обучалка, как всегда, да? Верстак. Крюкохват. Так у него же был вроде, нет? Крюкохват готов. Теперь надо его испытать. Так, и каким образом? Позволяющий вам взаимодействовать с объектами. Хорошо. И как мне его? Ага, вот так, да? Ой, вот так вот, ага. А, ну я просто держу, она сама тянет. Оу! Лучше, чем я думала. Да, не похоже, что отсюда будет легко выбраться. Просканирую местность. Надо найти путь дальше. О, а это что такое? Что-то с ФПСом прям. Я Освальд Дальгард. И я рад представить вам проект «Дальний Зенит». Что бы вы ни слышали о наших целях, они предельно просты. Наш девиз – добраться до звезд, даже если придется пересечь почти 9 световых лет пустоты. Пожалуйста, пройдите в общий зал. Там мы представим наш план. Может, сумею забраться туда? Что в этом общем зале? Мы скоро узнаем. Я что-то делаю не так. Так. Ага. Прыжок пробел. Ого! Получилось! Крюкохват — полезная штука. Да. Он всего один. Не переживай, я найду тебе путь наверх. Так, вот так, наверное, да? Нет? А, или мне просто идти? Мне просто идти. Опять скалолазание и все такое. Так, спрыгну с точки подъема. Хорошо. Ой-ой-ой.
Блин, вот этот туман, а можно немножко тумана уменьшить? Так. Давай вот так вот. Да, вот так оставляем. Здесь пониже сделаем. Так, нет, качество волос оставим. Серьезно, качество воды, облаков. О, облаков, наверное, да? Среднее. А, давай по умолчанию, хорошо. Давай здесь среднюю. Так. Так, ну это ладно, то... А, вот это... зачем она мне нужна? Нафиг. Ладно, пока оставим. Так, надо скинуть лестницу в арму. А, вон ту лестницу, все. А, там что-то есть. Ага, хорошо. А как мне туда попасть? Принимай вару. Спасибо. Так, а как мне туда... Ой, как подлагивает. Что... Так, а я туда могу вообще залезть? Наверное, нет. Наверное, через здесь, да? Или нет. Или не через здесь. Люди. Да ладно. Мы всегда преодолевали границы, исследовали, прокладывали новые пути. И вот дальний зенит готовит новый скачок в будущее. Мы гордимся тем, что воскресили Одиссею. Правительство бросило ее на орбите, а дальний зенит вернул к жизни всего за десяток лет. Но это только начало. Когда корабль будет готов, мы пошлем Одиссею с ее экипажем туда, где люди еще не бывали. В систему Сириуса. Там мы создадим первую звездную колонию. Одиссее понадобится 300 лет, чтобы добраться. Но глядя на ночное небо, мы будем знать, что она в пути. И как говорил наш основатель Питер Чивумбе, истинное бессмертие заключается в... Данные повреждены. Конец просмотра. Предтечи могли летать по небу? Между звездами? Ну, да, вроде как. Тот корабль, Одиссея, так и не долетел до звезд. Что-то пошло не так. Он взорвался. Да. Печальненько. Поэтому Элизабет отдала им копию Геи. Для колонии? Ошибка. Данные презентации повреждены. Доступен файл набора участников. Активировать его? Да, активируй. Посмотрим, что еще они расскажут. Мы все знаем прогнозы. Нестабильная экономика. Новые инфекции. Бунт роботов. Сколько осталось до катастрофы, которая заденет даже мировую элиту? Мы в дальнем зените считаем. Не надо ее ждать. Мы полетим к звездам. Мы показали вам, что создаем тут. Площадку для восстановления Одиссеи.
Суперсовременный центр данных для ускорения технологического прогресса. И вы видели, как мы добиваемся общественного признания. Так сделайте свой вклад. Закажите каюту на Одиссее. Живите так, как привыкли, вдали от земных проблем. Что ж, это правда был конец света. Но они не знали, какой. Значит, все, что они тогда говорили про новый скачок в будущее, это была ложь. Этих людей заботило только спасение своей шкуры. Да. Ну, да. В итоге у них ничего не вышло. Этот Освальд упоминал центр данных. Вот, копия данных. Она должна быть там. Переплыть не получится. Значит, найдем путь в обход. Идем. А почему не получится? Что, сюда? Нет, не сюда. Лес захватил все это здание. И прогрузоны. Жесткие прогрузоны. Так, а ты туда не лезешь? Думаю, визор поможет мне. А. Хорош. Показушница. Помалкивай лучше. Да что за прогрузки? У меня же эта DLSS-ка на производительность включена. Нет. А что не так? Попробую оттащить ту штуку от стены. Да я так и хотел. Что не цеплялось. Ну вот и все. Идем дальше в жуткие руины. Наверху. Что это за штука? Не знаю. Может, это она убила тех озера. Змейка. Настороже. Я всегда настороже. Так, это забираем. Наверх. О, повылазили. Осторожно. Они не должны вызвать на помощь подземных друзей. Левая твоя, а я займусь той, что справа. Ладно. Ну давай. Теперь стелс. На подходе. Надо подкрасться и вырубить ее с помощью копья. Угу. Нельзя попадаться. Сначала нужно просканировать и узнать маршрут. Подберусь поближе. Главное, незаметно. Можно отвлечь ее, бросив камень. И заманить туда, где я смогу подкрасться и ударить. Ага, так. Надо только верно выбрать момент. Так, давай, иди сюда. Вот так. Теперь можно вырубить ее ударом копья. Угу. Бесшумная атака на левую. Хорошо, запоминаем. Получай. И моя готова. Молодец. Молодец. Впереди еще машины. Мы с тобой справимся. Так, это мы забираем. Ага. Аккуратненько. Фух. Прячемся, прячемся.
Но они так замирают, когда их копьем протыкают. Так, что, все, да? А, нет, еще не все. Тихо. Ой-ой-ой, как удачно. С этим и все. Это было близко. Кстати, я тут заметила, ты решил немного сменить стиль. Да, все никак не успевал побриться. Торопился найти тебя. Я смотрю, что-то не, прям что-то не рядом переживай, не то. Это не навсегда. Хорошо. Прости, что смутил тебя усиками, избранная. Так, ну вроде я все такое забрал. Сундуки и все прочее. Пока Лучше вроде. Пробралась и сюда тоже. Так, там ничего не вижу, да? В порчу лучше вообще не заходить. Это что? Отдохнем у костра. Похоже, Азирам использовали взрывчатку против машин. Ему удалось парочку завалить. Ну да. Молодцы. Похоже, там было заграждение. И машины его прорвали. Или машина. Потом пригодится. Ну да. Похоже, Азирам не успели им воспользоваться. Ага, так. Я не хотел... А как? Я хотел листнуть. Так, удерживайте R для изготовления. Ага, нечем, да? А как листать? А, X. Блин. Осторожно, ловушки. Попробую их обезвредить. Вот. Получила немного припасов. Ага. Главное, что убрала ты цела. И получила еще припасы. Еще один лагерь. Пока мы здесь, давай сделаем свои ловушки. Пригодятся в сражениях с машинами. Это мысль. Это пригодится. Сейчас все сделаем. Не хватает припасов, чтобы собрать ловушку. Но, похоже, Азирам отстрелили детали машин. Попробую найти среди них нужные материалы. Так, у меня есть все, чтобы собрать ловушку. Я тыкаю это на пробел, типа забрать все, надо просто на Е еще раз. Так. Угу. Готовить. Есть. Взрывная ловушка готова. Если кто-нибудь в нее наступит, тут же взлетит на воздух. Да, конечно, прыгает она забавно. Впереди машины. Вроде не заметили нас. Просканирую их. Я уже видел такую машину. Мусор. А я нет. Поищем его слабые места. Может, поставим тут одну из ловушек? Что ты сделал? Тихо, аккуратно. Аккуратно. Не кипишуем. Да, давай, кусай. Поставлю здесь. Не надо. Элой! Причем я начал забирать ее. Она под себя поставила и сама же взорвалась. Гениально. Впереди машины. Вроде не заметили нас. Просканирую их. Я уже видел такую машину.
мусорник. А я нет. Поищем его слабые места. Так, отметить. Может, поставим тут одну из ловушек? Что ты сделала? Так, вот он уходит. Хорошо. Ставим здесь. Поставлю здесь. Уходим. Отходим, отходим, отходим. Так, X. Так, давай. Что ты делаешь? Сядь, 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 сядь! Куда ты пошел, идиот? Неплохо. Хорошо. Сейчас пока привыкнешь к управлению еще. Ловушку ставим. Отходим. Типа камень бросить. Нет, это стрельба. А, R. Так, нет. R один раз нажать, да? Да. Иди сюда. Готово. Хорош. Что ж, идем дальше. Ладно. Надо быть аккуратнее. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Ты бывала во многих руинах предтеч. Они все такие? В каждой хранятся тайны. Так, изготавливать нельзя. В остальном они разные. Да, давай беги. Так, это я не буду собирать. Это, наверное, камни просто валяются. Ага, вот вижу, что-то есть. Так, это у нас туда. Осматриваемся. По бырику пытаемся. Так, все забрал, все забрал. Так, лады. Ого! Похоже, та машина, что мы видели, двигается. Угу. Надеюсь, не в нашу сторону. Да-да. Ага, понял. Забавно. Она как будто с таким-то замедлением прыгнула. Там снаружи серьезная буря. Ага. Они все сильнее. И все чаще. Все эти бури, порченные земли, реки и озера, задушенные водорослями. Тебе суждено исправить все это? Да, но без копии данных я не справлюсь. Кажется, мы нашли способ попасть в центр данных. Давай срежем через то большое здание справа. Эй, Варл! Тут есть данные. Их сканируют визором. Дальние зениты «Новый рассвет» обменивались технологиями. Но все равно непонятно, откуда у них копия. Ой-ой-ой. Торговый договор «Нового рассвета». Текстовая запись повреждения данных частичная. Краткий отчет Высшего Совета. Рад сообщить, что переговоры с представителями «Нового рассвета» завершились взаимовыгодным соглашением. Вопреки мнению реакционной части нашего коллектива, пряник в очередной раз оказался эффективнее кнута. Подведем итоги. Дальний Зенит предоставит копию архивов прототипа ГАМЭР. Уже отправлено. 500 эктогенных камер будут извлечены из хранилища на объекте Нинмах. Дополнительные отчеты об исследованиях в области эктогенезиса. За это Дальний Зенит получит копию альфа-версии базы данных Аполлона за неделю до старта Одиссеи. По нашим оценкам темпов работы Нового Рассвета к тому времени она будет содержать практически полный объем записи человечества. Хочу отметить, что последний пункт был крайне отрицательно воспринят доктором Собок. Но я однозначно дал понять, что условие не обсуждается. Исполняя обязанности пресс-секретаря, я беру на себя публичные переговоры с группой доктора Собок, в то время как повреждены данные. Надо поискать еще данные.
Погляди. Куча глифов. Это я изучу попозже. Ага. Молодец. Учись. Развивайся, так сказать. Кажется, придется лезть. Ага. Забрал. Так, это... Ага, это я примерно понял, где. А зачем? Ну ладно, это срез, если я грохнусь, да? Это место разваливается на части. Ему все-таки 1000 лет. Ну да. Ну плюс еще строили, то есть еще пару лет накинем. Похоже, тут проводили заседание. Дверь на той стороне заперта. Анзу. Система терраформирования «Новый рассвет». Дитя доктора Элизабет Собак. С помощью 9 вспомогательных функций. Гея, ядро системы. Способна находить оптимальные планетарные решения. И принесет очевидную пользу при создании наших колоний. Первая фаза операции – внедрить агента в проект «Новый рассвет». Завершена. Вторая фаза. Агент снимает копию Геи и ее вспомогательных функций и тайно отправляет в наш центр данных. В случае успеха персонал «Нового рассвета» даже не узнает об этой передаче. Риски. Если агент провалится, «Новый рассвет» может разорвать договор о покупке базы данных Аполлона. Операция должна быть тщательно скрыта от Трэвиса Тейта, разработчика протокола AID. К тому же, нужно проявить осторожность в отношении самой доктора Собак. Она один из лучших инженеров мира и могла предусмотреть дополнительные меры безопасности. Полный анализ в приложении. Данные содержат сводный отчет. В журнале сказано, Элизабет выслала копию, но это вранье. Зенит украл Гею. Элой? Почему вы с той женщиной похожи? Знаешь, Варл, мы с ней похожи, поскольку мы одинаковые. Генетически. Но она была одной из предтеч. Почему ты — это она? Потому что меня не родили. Меня сделала машина. Поэтому еще в детстве... Меня и изгнали. Я не понимаю, что за машина сделает человека? Я говорила, что копия данных — это как набор действий, но не только. Ее зовут Гея. И долгое время она заботилась о мире, пока ей не пришлось уничтожить себя. Она создала меня, чтобы вернуть ее. Я одна на это способна. И здесь моя последняя надежда. Богиня говорила с тобой, когда ты пошла в гору Великой Матери. Это и была Гея? Да, но она не богиня, Вару. Богини нет. Откуда тебе знать? Звучит, будто она дала тебе тайное задание. Я долго в этом разбиралась. И ты поймешь. Визор поможет. А пока в отчете сказано, что украденную копию Геи переправили в центр данных. Туда нам и надо идти. Ясно? Вот так вот. 4 из 23. Ха. Погляди-ка. Куда? Элой, иди сюда. Я нашел кое-что полезное. Че это? Оружие. Спасибо, Вару. Нам пора в путь. Ты первая. Ну это я понял. Хорошо. Ага.
Так, это нам туда, да? Ну, давайте здесь эту серию закончим здесь и продолжим следующий. С вами был Green Knight. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлисты на паблик в описании под видео. Всем пока.